Нравилась умка бордовая вся. Я просто бордовая после бани. Мне прям так хорошо. Вы просто не представляете. Растянула свои ножки, положила, кайфанула. 100 раз. Обожаю баню вообще просто. Обожаю, обожаю, обожаю. Пантик, покажи сосочек, я подарю тебе цветочек. Такое себе, не панч. Я тебе не буду подарками подарить. Ну, не дари. Не хочешь, не дари. Не хочешь, не дари. Я, кстати, заметила то, что сейчас... Камиль, спасибо. Я сейчас заметила то, что... Ну и дура. Ну и нахуй. Короче, я заметила, что серая кофточка, цветочек за улыбку. Фанатик просто перевернулся сейчас. Фанатик, блядь, фанатик, фантик. Спасибо, Софа. Привет, кстати. Как же не оскорбить Инессу? Как же не оскорбить Инессу? Вау, голден цветочек. С какого города? Ну, где живешь? Фантик, ты чё гонишь? За что? Зачем ты мне цветочек подарил? Я хотела на тебя обидеться. А тут вон он как получается. Короче, все, у меня волосы сливаются серым цветом. Прикиньте, просто вот, прикиньте. Спасибо за комплимент. Спасибо, голден, спасибо. Пью. Да, наверное, 30 минут. Не знаю, как дадут. Когда мама скажет все, значит все. За сегодня вечером накрашусь на эфир. Это, наверное, ты перекрасилась как бабушка. Да, все верно. А задумка такая была. Задумка была посидеть. Это просто все эфиры. Костя, спасибо. Это все эфиры. Я посидела, потому что эфиры. Да. Ну, прикольно, это кто? Недовольная тетка. Знаете, хорошо быть бабушкой. Потом я буду опять брюнеткой. Скорее всего, конечно, я буду брюнеткой. Потом опять вернусь в брюнетку. Пока похожу. Не хочешь, что не хочешь, кого не хочешь. У тебя нет. Или про что? Про что вообще речь? Вау, спасибо большое. Фантик. Фига, сначала меня обозвал, а потом цветочки дарит, ну прям. Ну, спасибо, ребят. Все. Мне очень приятно. Не, реально, какой твой телеграм? Мне надо написать в личку, и тогда я скину свой телеграм-канал. Искупает вину. Да не, фантик не такой. Кого он проверял? Какая я продажная? Не можно с такой грудью пока ходить, и мне можно. Привет. Ты чувствуешь, когда тебе уже 25? Пишите мне Бига в ЛС, я вам скину тележку. Или, может быть, сейчас накрасится. Я же еще гулять пойду. Может, накрасится. Может, посидеть, накраситься. Может быть, покраситься. Нормальный размер. Что вы докопались? Да, блин, я мама, так что мне можно. Может, и ребенка в городе кормлю, а вы докопали, что мне надо ножки целовать вообще, что я есть. Понятно всем, да? Да. Все поняли? Всем понятно все, а? Бедняжка. В смысле бедняжка? Сейчас же есть всякие там врачи, хирурги. Спасибо, знакомый, спасибо. Сейчас же есть всякие врачи. Ты сегодня ударилась? Я это защищаю, но не перевожу.
Нет, стоп, а если я, если я реально мама, и что, я что, переборщила? Я переборщила с тем, что я мама? Да, стать мамой в 22 года, да, наверное, это перебор. Ну да, я мамой стала в 22 года, а бабушкой стала в воскресенье. Спасибо за это. Слушайте, а мне хвостики идут? Мне хвостики идут. Я, конечно, я ударилась, если у нее еще ударим. У нас сегодня еще солнце, солнечный удар. Слушайте, мне идут хвосты. Главное, что ты не стала дедушкой. Слушай, ну это в планах. Не, ну, кстати, реально, да? Мне идут хвостики. Я похожа на какую-то... На какую-то прям теперь вылитую бабушку, получается. Фига, сейчас проверим. Так, ладно, ребята, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Поддержите старушку, но ты тоже давай так не шути. Я стараюсь так не шутить, но она сама вылетает, сама так получается, правда. Я хочу фрукты или ягодки хочу.